счастье вам передать. Спасибо, спасибо. Серьезно? Давай. Мы из молодежного центра Шиклык, и нам дали задание «Счастливый человек». Улыбнитесь. Просто да, нет? Нет. Нет? Не грустите, идите дальше, дай Бог вам здоровья. Спасибо. Мы дарим людям добро. Не забывайте. Это не постанов. Это не постанов. Да, мне сразу стало легче. Ну ладно, давай. Дай Бог тебе здоровья, брат.